Изменился рацион и у кабанов. Они начали заниматься рыбалкой. Зоологи говорят, это из-за нехватки корма в лесу. Как раз за ловлей рыбы диких свиней застали сотрудники заповедника. По их словам, ничего подобного раньше не было и не наблюдалось. Но кабаны адаптируются к новым условиям, пытаются разнообразить свой рацион. Ну и теперь, кроме привычных ягод и кореньев, в их рационе появился сытный осман. Это такая рыбка из семейства карповых. У этого османа сейчас как раз нерест. Рыба очень близко подходит. Ходит к берегу на мелководье, и там уже становится легкой добычей для кабанов. Как таковой ловли рыбы не приспособлены. Единственное, что в качестве рыбы они как бы вот, то есть они не рыбачат, как, допустим, те же медведи делают это на Камчатке, либо еще где-то, да? А в Америке, то, что можно наблюдать часто, они используют, охотятся либо на совсем мелководье, когда рыба выходит, обмеляется протока, либо происходит обмеление, либо подовольствуются той же выбросившейся рыбы, либо остатками тех же медведей.